Так, это сегодня 2 октября 2020 года. Вот такое письмо мы... Подожди, к свету давай. Давай. К свету еще. Так. Это письмо президенту Международного уголовного суда Чили Бо Асуджи. Вот адрес. Гаага, Нидерланды. Также с уведомлением об этом письме короля Швеции Карла XVI Густава. Его официальный адрес. Также Норвежский Нобелевский комитет и королева Англии Елизавета II, Букингемский дворец. Также король Уильям Александр. Об убийстве писателя Гановой Людмилы в России, автора романа «Русская монархия». Нелегитимности власти России, основанной на расстреле императорской семьи Николая II. Просьба президента и прокурора Международного уголовного суда поставить это дело на учет, на контроль. Убийство писателя, преследование нашей семьи, информация о том, что наследники Романовы живут в участниках, странах Международного уголовного суда. И легитимная власть в России принадлежит. Здесь ссылки на расследование, на документы. Неудерживаемым которые выложены по этим Путиным ссылкам. И не захватываемые. Покажи второй из американским. Не видно на солнце, пожалуйста. Вот так. Так вот, да. Вот отсюда. Так, вот второе. 10-20-659-303. Отделение почтовое. Главное Бийска. Вот, вот он, уведомление, международное вручение. Письмо на английском языке. Форма СН-07, вот письмо. Давай сейчас его упакуем. Письмо. Снимаешь, да? Угу. Покажи еще адрес письма, чтобы было видно. На свет. Адрес. Возьмите. Международное уведомление о вручении. Объявляем ценность ему сколько? 500 рублей. Чтобы там заказное письмо. И ответ пришел нам. До востребования у Советской 34. Мы пришли и получили ответ. Уведомление о вручении там. Какая страна, Катя? Она Нидерланды. Да. International Criminal Court. Только не ошибитесь. Не ошибитесь там. Там написано на конверте. Там написано, повнимательнее всему. А вот здесь возьми кошелек. Здесь бог. Угу.
пришли сюда, включили сирену военную. Да. Потом здесь отключили свет на почте. Как раз мы пришли, через минуту отключили свет. Сейчас вот так не загружался компьютер. Сейчас вроде бы как загружался. Угу. Шуточки, ФСБ. Скорые, охрана и так далее по всему городу. Посидели на лавочке. Так, это город Бийск, Советская 34, Алтайский край, Россия. Меня зовут Сурикова Екатерина Александровна. Цуриков Илья Александрович, мы дети Гановой Людмилы, по паспорту Цурикова Людмила Ильинична. Да, спецоперация и написание романа «Русская монархия. Нелегитимность и власть. Захват». Закрытую реанимацию. Реанимацию против воли, если буду запись. Убийство 20 ноября 2018 года. То есть они взяли на себя всю ответственность за убийство. Мы так писали же, всем госструктурам. Семью Николая II. Незаконно сжали. Без доступа детей, возможности туда пройти. Она писала, что 100 лет. Нелегитимности власти в России. О том, что власть законная, законным наследником не предложена. Да, не предложена наследникам Романов, и она их власть. Она принадлежит сейчас им. Мы незаконный пишем Международный уголовный суд. С просьбой об уведомлении с ихними выборами этих наследников Романовых. Да, об этом молчат правозащитные организации президента. О, что? Ну, Нидерланды все-таки там адрес. Нидерланды? Этот адрес на официальном сайте Международного уголовного суда. А что, нет такой страны, Голландия у вас? Нет, Голландия, это у них, наверное, есть, Нидерланды. А вы не подскажете, что-то нужно, девушки? Вы опытная. Голландии нет страны, как он видит. Нидерланды. Голландия только. Но это часть, да. Здрасте. Можно там девочек? Чего у тебя мысли детства? Здрасте. Ксюш, крикни, девочек! Вообще-то есть на Нидерланды. Да. Король даже есть там. Уильям Александр. Мы, кстати, ему тоже пишем. Нашли, да? Плохо слышно. 500 рублей, да, оцениваю. Нидерланды, Гаага. Международный уголовный суд. АК Ден Гаак, В. Нидерландцы. Прокурор. Да, есть там. 500 рублей.
Можно письмо снять? Ну, письмо, ну, со письмо штампом. Письмо снять со штампом. Вы штамп поставили, там, ну, еще раз письмо снять. Ну, да. Наше, конечно, не другое. Штамп поставили. Ломать, да? Угу. Чек нам дали. Все, да? С трек-кодом, да, нам будет? Не видно. Президент Чили. Почему Чили только? Чили Эбоу Асуджи он. Это имя только его. Это вот кому президент Чили и Эбоу Асуджи надо было написать еще. Угу. Там же на конверте. Ну почему бы не распечаталось-то? А можете перепечатать? Вдруг не дойдет. А вы все знаете, ну ты снимешь девушку. Вы не с ФСБ? А почему? А почему вы даете советы? И почему около нас все время? Ну я вас спрашиваю, дойдет? Все-таки угу. Имя, фамилия, кому пишет? Сюда имя, отчество, фамилия. А тут просто Чили. Президент Чили. Ну введите там нормальную фамилию, так кому? Мы еще не закончили, девушка. Не закончили. Да. Мне уже дали посылку. Куда бы, если что, вернулась? Ну что вы не можете изменить? Ну вы написали. Мы написали, кому? Чили и Эбоу Асуджи. Президент Международного уголовного суда. Вы написали кому? Президент Чили. Написано. А на чеке-то кому? Нету. Он мне скажет, это два разных чека. Какому-то Чили, а кому? Кому? Почта же. Номер письма можно с ними? Где номер? Вот он. FA-01-39-05-54. Ну скажите, что, дойдет? Скажите, а вот здесь вот дойдет такое, нет, президент Чили просто, а там я уже Чили его осуждаю. А при чем здесь у вас этот чек-то? У вас вот что-то на письме идет, туда и пойдет. Ну, напис... А чек-то не полный. Чек-то у вас остается. Ну да, но у меня все, президент Чили. Все, забудьте о том, что куда я иду. А у вас здесь на письме все написано. Написано, ну, а на чеке-то не... Ну хорошо, хорошо, поверьте. Ладно, спасибо. Дойдет, да? Да. Хорошо, спасибо большое, ну, вам. Спасибо большое, до свидания. Ох. Вот, ну что, можно говорить? Ну, да. Так, тут театр наш. Так, ну что, письмо. Международный уголовный суд. Отправили. Все-таки после целый день мучений. Да. После, значит, сирен, включенных военных, отключения света, мы отправили письмо в Международный уголовный суд. Скорая. И обещают нам, что дойдет. А это значит, что возбудить должны международное уголовное расследование в отношении нелегитимного президента Путина, преступление его, захват политический, убийство писателя Гановой Людмилы с автором
автора романа «Русская монархия», она заказывается нелегитимной власти в России. Это политическое убийство писателя Гановой Людмилы. И должно быть возбуждено расследование. Так была устроена монархия, она дается наследство. Они носили... Убийство это незаконное. Обширные родственные связи, и сейчас существуют родственники монархии. Романовых, которым власть должна быть мирно передана. Должна быть правовая оценка. Президент Черевол Асуджи должен уведомить этих родственников лично еще раз об этом деле. Должна быть международная прямую их правовая оценка дана. Второй, да? Короля Уильяма Александра. Да, и дана, должна быть дана Швеции, международная правовая оценка случившимся революциям, незаконного убийства семьи Романовых Лениным, террористам, несомненно. И понимаете, да? О чем роман «Русская монархия» и почему убили писателя Гановой Людмилу? Это настоящие проблемы, это не та спецоперация, которая сейчас проходит. Это не Навальный, который... Кстати, надо расследовать тоже спецоперацию Навального. Спецоперацию США. А почему это все вот так выглядит? Да потому что это не настоящее. Потому что это спецоперация по захвату власти, опять же, сейчас, да? Они хотят скинуть этого Путина. Вот такими демократическими такими революционными способами. Якобы это тоже. Есть оппозиция. Да. Это тоже должно быть расследовано в мире, да? Способы это захваты власти. Потому что революция и война это незаконно. И о чем вы говорите? О каких санкциях? На чем они основаны? И захватывать. Где заключение суда? Да, Макрон говорит о том, что, допустим, сейчас. Он уверен в том, что Путин отравил, а мы не уверены. ЦРУ это Путин, может. Еще кто-то. Даже расследования не было. С каких целей? Без расследования говорить об этом. Кстати, Франция участник международного уголовного суда. Почему не пользуются этими инструментами? Да. Цивилизованными. О каких санкциях? Почему начинается война сейчас? Что на Горном значит? Карабахе? Какие-то войска стягиваются. Кто-то кого-то поддерживает. Почему не работает в мире международный уголовный суд? На каком основании Макрон, Меркель делают заявления делают такие? Делают свои официальные да. заявления. На каком основании они поддерживают террористический захват России сейчас здесь. Навального? Почему они не говорят о правовой оценке случившегося? Да. Убийство. Это преступление. Они совершают Романовых... преступление. Убийство. Они тоже должны быть, тему. Они члены Международного уголовного суда, они должны быть привлечены в качестве свидетелей. Поэтому они не просто свидетели, они создают они международное общественное мнение в мире. А почему их не волнует легитимная власть России и ее наследники? Почему их? А потому что... Потому что их волнуют революции и захваты власти. Вопрос, на который уже давно пора ответить. Да. Международному сообществу цивилизованной монархии, легитимной власти, которая существует в мире. Да. У которых есть инструменты действия в этом мире. Да. Настоящие проблемы, а не да. ваши спецоперации. Вот здесь по революции. Это сговор стран. Это сговор стран. Они пляшут под дудочку Америки. Франция, Германия, еще там они разные. Они действуют в этом поле. Понимаешь? Да. Все та же революция у нас, все та же война. И это все преступление. Любая война. Людмила писала. Преступление. Война это следствие нелегитимной власти. Это незаконно. Нелегитимных глав государств. И в Америке там не зависит. Трамп это не Трамп, там система устроена так, что она пережевывает и выплевывает людей. А машина мчится в определенном же направлении захвата. Президенты меняются, Украина, политика государств не меняется. Ирак. Да можно продолжать список этот. Это... А теперь Украина, Нагорный Карабах. Теперь Белоруссия. На каком основании они поддерживают Тихановскую? А и это... Продвигают здесь новый захват власти. На каком основании? Безосновательно. И эти преступления должны быть Международным уголовным судом расследованы. Которая принадлежит им по праву. Асфальт делают. Записывает? Да, вроде записывает. Да, записывает. Так что вот такие дела. Старый БИС основан Петром Первым в 1709 году по указу Петра Первого. И
Катунская крепость, население Бии Катунь. Ганна Людмила сражалась за защиту Катуни, уникальной природы Горного Алтая, где хотели построить Катунскую ГЭС, где она бы всю эту природу уничтожила. Она была рассчитана на 4-5 палов, а здесь было 7-9. Все бы противно прорвало и залило. Потому что это настоящая интеллигенция, которая лица. Волнует проблемы современности. Честный человек. А Путин здесь строит подземный город, резиденции на Алтае. Она написала, что он меня успешно использовал, и когда намечена моя ликвидация, точная им. Да. Писатель Ганны Людмилы. Молчат эти проекты журналисты, которые это сейчас вот продвигают полиция. Эту политику. Советская 15. Полиция. Да, однажды мы здесь были привезены сюда. С Митинга, когда заявление против Путина, это уже, наверное, в каком году? Это начало 2000-х годов. Начало 2000-х годов. Мы здесь с мамой стояли у митинга. Несколько часов нас били, крутили. Били, привезли сюда. А напротив церковь Успенская. Какие-то митинги. Мы были там с семьей. Мы были там не втроем. Может русский человек выйти в какой-то митинг, поддерживать какие-то лозунги. Толпой. В конце концов, это толпа, это безликая, провокация спланирована. Есть у тебя какое-то требование? Напиши на плакате, выйди один, конкретно, если ты личность. Это твое мнение, твоя проблема, твоя интеллектуальная идея, твое открытие, в конце концов, да, в этом мире. Что мы видим? Ваши проекты. Мы видим проекты. Какой суд там подает Навальный? Какой? Почему? Что он не ЦРУшник, что он не да? ЦРУшник, что за дело? А почему не расследуются материалы вот эти там вот выложенные? Какой суд-то? Да, не, да это все ерунда и фикция. Да, это все. Почему его не волнует Навального Международный уголовный суд? Все вот эти преступления. Почему не волнует преступление убийства писателя, поднявшего да. тему нелегитимности власти? Это преступление, власти. Как юриста, как общественника, если он общественник. Законности. Да, эти люди. Почему это не обсуждается? Вот поэтому. Потому что им нужна революция. Да. А почему не обсуждается, Навального судят за оскорбление якобы ветерана? А потому что эта власть тоже основана, тоже основана на захвате незаконном и революции. Ему. Поэтому она не может, ему не говорит об этом, современности, об этом. Он спокойно призывает к свержению, опять к революции, к захвату Кремля. Понимаете, эта власть тоже основана Лениным, террористом, на убийстве законной главы такими государства. Же провокациями. Поэтому власть об этом действующей в России не говорит. Поэтому судит его за ерунду. Да. Якобы ветерана. И сколько эти игрушки не все это приводит все равно. Госпожу.